Дальше продолжаем. Общих здесь. Так, здесь мы убавили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Одну спицу убираем. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Теперь другую спицу берем. Мы на две спицы перекинем. Теперь вяжем на новую спицу. Раз, два, три, четыре. Одну убираем спицу. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Две петельки вместе в наклон налево убавляем. Теперь у нас 11 получилось. Вот здесь задняя часть нашей подошвы наша. И у нас должно остаться здесь по 10 петель. И раз у нас здесь по 11, нам еще один раз, один ряд нужно будет убавить. Дальше продолжаем узор. Две петельки вместе берем, убавляем наклон направо. Вяжем 2 лицевые. Раз, два. Накид. 3 лицевых. Раз, два, три. 3 изнаночных. Раз, два, три. Вяжем 3 лицевых. Раз, два, три. Накид. 2 лицевые. 2 петельки вместе. Убавляем наклон налево. Теперь у нас здесь 3, 6, 9, 10, 11. Значит, нам еще раз надо убавить. 2 петельки вместе, убавляем наклон направо. Теперь провязываем лицевыми петельками. Теперь на этой спице нам тоже нужно будет один раз убавить. И потом уже у нас будет все без убавления вязаться. Теперь 2 петельки вместе, наклон налево. Все. Теперь начинаем вязать продолжаем наш узор. С этого ряда вы можете себе сейчас записать, как вязать. Вот. И я вот сейчас вам покажу, так, сколько рядов мы сейчас с вами свяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рядов. Свяжем и потом начнете с первого ряда опять. То есть наш узор состоит из 9 рядов. Сейчас. Так, 2 лицевые. Первый ряд вяжем, 2 лицевые, 2 петельки вместе, наклон направо убавляем, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. 2 петельки вместе, убавляем наклон налево. Убавили. 2 лицевых. Раз, два. Мы с вами связали первый ряд. Сейчас будем с вами вязать второй ряд. Все лицевые. Провязали подошву. Теперь вяжем второй ряд, все лицевые, то есть значит по кругу все лицевые.
Так, начинаем с вами вязать третий ряд. Лицевая. Две петельки вместе убавляем наклон направо. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 петельки вместе в наклон налево убавляем. И 1 лицевая. Мы с вами связали третий ряд. Четвертый ряд у нас будет опять все лицевые. Сейчас мы с вами вяжем четвертый ряд, все лицевые. С вами вяжем пятый ряд. Две петельки вместе в наклон направо убавляем. Вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4, 2 петельки вместе и в наклон налево убавили. Это мы с вами провязали пятый ряд. Шестой ряд у нас будет все лицевые. Вот сейчас я вяжу шестой ряд, все лицевые. Сейчас будем с вами вязать седьмой ряд. Начинаем вязать седьмой ряд. Две петельки вместе убавляем наклон направо. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевых. 1, 2. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 2 лицевых. 1, 2. Накид. 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 петельки вместе убавляем наклон налево. Убавили. Мы с вами связали седьмой ряд.
Еще нам осталось связать 2 ряда. И потом мы начнем вязать с первого ряда. Вяжем с вами 8 ряд. С вами вяжем сейчас 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Мы с вами связали 8 ряд. И последний ряд. Сейчас я вам покажу. И будете так вязать, начинать потом с первого ряда и вязать узор до конца, до мизинца ноги. И потом будет у вас убавление с каждой спицы по 2 петли в наклон направо. Эту часть разделите пополам, верхнюю часть. Так, теперь, когда останется на каждой спице по 3 петли, на крючком соберете и завяжете. Последний ряд. 2 петельки вместе, наклон направо убавляем. 2 лицевых, 1, 2, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевых, 1, 2, и 2 петельки вместе, наклон налево. Это мы с вами связали 9 ряд. Сейчас я вам покажу, какой получился у нас узор. Получается. До свидания. Схему смотрите на сайте. Под видео вы увидите ссылочку.